Всем привет! Продолжаем путешествовать по Италии. Хочу вам показать музей в городе Бреша. Во-первых, хочу сказать, что, конечно, город Бреша – отличный городок. Почему-то о нем мало говорят в справочниках, как мне показалось. Хотя там есть что посмотреть – огромные музеи, прекрасные улицы. И, в общем, добираться всегда в Италии нормально. Правда, конечно, с огромным опозданием ходят поезда. Вот я жил в Вероне, так от Вероны это вообще там полтора или два часа, даже, по-моему, даже и меньше, на электричке. Итак, уникальный в Италии и в Европе, вот как говорит Википедия, музей. Музей города, созданный в монастырском комплексе лангобардского происхождения. Этот музей позволяет путешествовать по истории, искусству и духовности Бреши от доисторической эпохи до сегодняшнего дня. Занимает площадь около 14 тысяч квадратных метров. Вы знаете, конечно, что-то говорить очень тяжело. Вот я просто хочу вам показать те произведения искусства, которые находятся в этом музее. Ну, просто надо посмотреть. Ну, кто, конечно, хочет, а кто не хочет, может не смотреть. Но действительно, там есть чему удивиться. Огромное количество экспонатов, просто огромное. Можно ходить, наверное, ну, не знаю, часами, рассматривая каждый экспонат. У меня было не очень много времени, я был ограничен. Вот, ну, произвело на меня впечатление, конечно, обалденное. Обалденный музей. Конечно, удивляешься, по меньшей мере, датами происхождения той или иной ценности. Есть там картинные галереи, скульптуры. Ну, если честно говоря, чего там только нет. Воинские знаки, отличия галлов, римские мозаичные полы, бронзовая статуя крылатой победы, головы императоров римского периода, каменные лангобардские барельефы, искусство каролингов, убранство церквей, знаменитый крест Дезидерия. Это процессионный крест, изготовленный из дерева, покрытого пластинами золота. Его украшает 221 драгоценный камень, многие из которых являются античными камеями. Самый большой из сохранившихся подобных изделий. Античные камеи украшают крест и были, видимо, прежде всего частью других более древних предметов. Некоторые из них изображают мифологические сценки. Есть на кресте и средневековые камеи. Действительно красивый крест. Применялся для процессии. Кстати, этот музей находится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Лотта, Паоло Венециано, Лучино, Паладино. Просто куча каких-то фамилий, которые ты не знал, а потом уже, когда ты просто путешествуешь по Италии, ты понимаешь, что это вообще творцы, что это люди, которые, в общем, творили историю, наверное, историю живописи. Не знаю, если можно так сказать, конечно, я не специалист, но просто некоторые картины, фрески, они потрясают. Это очень здорово. Короче говоря, вот сделаю такой маленький сюжетик о прекрасном музее, который находится в городе Бреша, в Италии. Я вам показал для того, чтобы вы имели общее представление. То есть, вот идти ли туда, в этот музей, не идти. Может быть, вы не захотите посмотреть то, что там есть. Бывает такое. Перед поездкой посмотрите этот сюжет. Оцените свои возможности, стоит ли туда ехать или нет. Вот, все, пока, всем привет. Да, по-моему, если я не ошибаюсь, или 8, или 12 евро стоит входной билет. Вот и все. До свидания. Пока-пока. Всего хорошего. Будете в Италии, вдруг будете проезжать около Бреши, заверните туда, погуляйте.
выпейте чашечку кофе, а заодно зайдите в музей. Я уверен, ну, мне так кажется, что вам понравится там. Пока-пока, до свидания, до новых встреч.